Йоу, всем привет! Это DJ BK, South DJs, Soul Power Crew. Мы хотели снять небольшое обращение к вам, танцоры. Итак, есть пара слов у нас. Да, ребята, это Stany Game. Я хочу сказать вам пару слов по поводу туз. Пожалуйста, забудьте про бабки, забудьте про судей. Если вас зовут тусу, едьте и качайте атмосферу так, как вы чувствуете. Не надо на это все вестись, на эту коммерцию и так далее. Будьте собой, имейте свой стиль, развивайтесь в своем направлении. Организаторы туз точно так же. Не думайте про деньги, устраивайте от души, чтобы все было сделано для танцоров, а не ради бабок каких-нибудь там. А танцоры, помните о том, что единственная важная персона на любом мероприятии, поп-мероприятии, это диджей. И это единственное, что вам нужно для того, чтобы делать то, что вы любите. И раскрепощаться, и самовыражаться. Уважайте олдскульную музыку. Диджей дает темп нам. Кто будет танцевать, и вы должны подстраиваться под эту музыку, показывать свой стиль, так как вы видите это, так вы это чувствуете. А не говорить, мне этот трек не нравится, поставь что-то другое. Old school — это начало, это истоки хип-хопа, вы должны это понимать и ценить, уважать. Люди делали какие-то вещи, чтобы мы потом танцевали, а вы это даже не уважаете, поэтому... Окей, всем мир, детка! Это хип-хоп! Всем мир! Peace, love, unity!